Андрей Чикатило. Самый страшный маньяк 20 века. Чикатило, советский серийный убийца, с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек преимущественно в Ростовской области, а также в других регионах РСФСР, в Узбекской ССР и предположительно в Украинской ССР еще до серии убийств Чикатило, работая учителем, совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних учеников. В дальнейшем в период с 1982 по 1990 годы он убивал женщин и детей. В большинстве случаев Чикатило под разными предлогами заманивал своих жертв в безлюдные места, где наносил им многочисленные телесные повреждения. Тело некоторых жертв он насиловал и употреблял в пищу. Маньяк был пойман в результате масштабной спецоперации «Лесополоса», проводимой под руководством ЦК КПСС. Андрей Чикатило был признан вменяемым, приговорен к смертной казни и расстрелян в новочеркасской тюрьме. Значит, от там, того места, где от того места, да, я указал, где мы, откуда мы встретились, и туда под пришли. Место рождения Чикатило — село Яблочное, Великописаревский район, Харьковская область, Украинская ССР, СССР. Мы пошли. Вроде как в семью. Пошли в гости, да, да, в гости. Да. Там, или, да, может, для других каких-то целей. Мотив убийств сексуальный, каннибализм, получение удовольствия от совершения убийств. Погодь. Убил я эту здесь эту. Так, да. Чем? Чем? А, чем? Ножом. Ножом. 14 февраля 1994 года в Ростовской области расстреляли самого известного маньяка в российской истории Андрея Чикатило, который за 12 лет убил не менее 53 человек. Сам изувер до последнего пытался представить себя жертвой коммунизма и просил о помиловании президента Бориса Ельцина.